Как называется ваша программа? А можно я вам буду задавать вопросы? Вопросики, вопросики? С Марией Карпенко? Какая твоя первая мысль, когда ты просыпаешься? Что сейчас пора там математики, и мне нужно сейчас пойти, и я не выспалась, как обычно. Первая моя мысль, что я хочу спать. Мысль о том, что я хочу спать. Где лучше всего прогуливать парк? Прогуливать? Вообще, я спать. С патами? Нет, скорее всего. Где лучше? В столовой. Что можешь посоветовать будущим студентам? Берите тапочки, без копов. Нет, ну, а нельзя материться, да? Значит, будущий студент, не прогуливай практики, обязательно переписывай лекции и много не бухай. Вот.